Ну что ж, будем считать условно, что прозвучала приветственная песнь в честь того, что сегодня мы приступаем к изучению одного из самых интересных отрядов класса млекопитающих – отряда приматов. В него входят столь различные и внешне, казалось бы, не имеющие между собой ничего общего, крохотные игрунки и двухметровые гиганты-гориллы, медлительные орангутаны и изящные паукообразные обезьяны, сумеречные животные, лемуры и шимпанзе. Двести видов самых разнообразных представителей этого отряда населяет ныне нашу планету. Что же роднит их всех? Какие общие признаки позволяют объединить всех этих разнообразных животных такую крупную систематическую единицу, как отряд? Какие характерные особенности позволили этому отряду занять самое высокое положение в ряду эволюции животных? Ведь примат в переводе с латыни значит «первенствующий». И Линней, присвоивший приматам это имя, специально подчеркнул названием высшую степень развития этих млекопитающих. Но разберемся сначала в первом вопросе. Какие общие черты характеризуют отряд приматов в целом? Общая характеристика отряда приматов. Но для начала придется вспомнить географию. В каких частях света водятся обезьяны? В тропических лесах Амазонии, в Африке, в Юго-Восточной Азии. Это и есть первая характерная черта примата. Всех их объединяет приспособленность к обитанию в теплом климате. Большинство приматов, как правило, не распространяются к югу и к северу от экватора дальше 30 градусов северной и южной широты. Разумеется, речь идет о естественных областях обитания. Далее. Глядя на эти кадры, вы не могли не обратить внимания на то, что приматы уверенно чувствуют себя на деревьях. Это и понятно. Приспособленность к древесному образу жизни – другая черта, свойственная всем приматам. Есть, правда, среди них и такие, что предпочитают жить на земле, но это скорее исключение, подтверждающее правило. Итак, запишите. Приспособленность к обитанию в теплом климате. И древесный образ жизни. Именно древесный образ жизни
породил у приматов целый ряд приспособлений, составляющих характерную особенность этого отряда. Среди них, прежде всего, пятипалая хватательная конечность. Пятипалость вообще-то самый древний признак всех млекопитающих, и даже цепкость конечностей свойственна некоторым из них. Но цепкость цепкости рознь. Взгляните, за счет чего достигается цепкость лап у ленивца? У него пальцы превратились в эдакие крючья, снабженные длинными, сжатыми с боков когтями. Этими крючками он и цепляется за ветки при передвижении. А вот как пользуются своими конечностями приматы. Они могут обхватывать ветки пальцами. Цепкость их рук зависит от того, что у всех приматов большой палец конечностей может противопоставляться другим. Кстати, приматы единственные из всех млекопитающих, кто обладает ногтями на пальцах, а не когтями. Вы, наверное, уже обратили внимание, что особенно подвижные ловки у приматов передние конечности. Это тоже за счет особенностей анатомического строения, в частности, за счет того, что у приматов есть ключица. Все же эти качества, взятые вместе, позволяют отдельным представителям отряда приматов, вот этому маленькому шимпанзе, например, проделывать массу самых сложных и тонких движений. И именно эта способность к разнообразным и тонким движениям у наиболее высокоорганизованных приматов послужила некогда основой для первых трудовых действий древнейших людей, ведущих свое начало из недр отряда приматов. Запишите. Пятипалая, хватательная, конечность – это еще один характерный признак приматов. Ловкие и подвижные передние конечности – не единственное качество, порожденное обитанием на деревьях. При древесном образе жизни чрезвычайно важную роль играет слух и зрение. И то, и другое у приматов хорошо развито. Зрение у них цветовое, объемное. Это необходимое условие для того, чтобы различать в густой листве пищу, врагов, совершать хорошо рассчитанные прыжки. Развитию такого зрения у приматов способствовало сближение глаз в одной плоскости, некоторые особенности строения зрительного нерва и головного мозга. Итак, запишем четвертый характерный признак. Хорошо развитое объемное цветовое зрение. И еще относительно большой и сложно устроенный головной мозг.
С этой особенностью связана способность высших приматов к сложному поведению и даже к элементарному мышлению. Именно эта способность в первую очередь была принята во внимание учеными, когда они дали приматам имя «первейшие», «главенствующие». Эта же черта, относительно большой и сложно устроенный мозг и сложность поведения, послужили фундаментом, на котором развелось мышление и трудовая деятельность человека. Что же еще добавить к общему портрету приматов? Приматы – растительноядные или всеядные животные, и лишь некоторые из них питаются насекомыми. А характер пищи сказался на строении их зубов. У приматов есть все типы зубов, и резцы, и клыки, и предкоренные, и коренные зубы. Одним словом, зубы у них почти такие же, как у человека, только клыки побольше. У всех приматов отсутствует сезонность размножения. Это значит, самки могут рождать детенышей круглый год. Детеныши появляются на свет беспомощные и подолгу нуждаются в опеке старших. Рождается обычно по одному малышу. Двойня уже событие. Живут приматы, как правило, большими стадами. Между отдельными членами стада складываются сложные взаимоотношения. Вот, пожалуй, и все признаки, характерные для отряда приматов в целом. Повторим их еще раз. Приспособляемость к обитанию в теплом климате. Древесный образ жизни. Главные из них – пятипалые хватательные конечности. Хорошо развитое объемное цветовое зрение. Относительно большой и сложно устроенный головной мозг. Все эти черты и позволили занять приматам первенствующее положение среди млекопитающих. Вся многоликая орда приматов подчинена строгой классификации. Я познакомлю вас, правда, в самых общих чертах с систематикой приматов. Весь отряд приматов делится на два подотряда. Подотряд полуобезьян. К ним относятся, например, знакомые вам лемуры. И подотряд высших обезьян. Обезьяны делятся на широконосых,
и узконосых. Узконосые же, в свою очередь, делятся на собакоголовых, и человекоподобных обезьян. Оставим в стороне полуобезьян и займемся обезьянами. Широконосые обезьяны. Широконосые обезьяны водятся только в Южной Америке. Вот коота, или паукообразная обезьяна. А это саймири, или мертвая голова. Свое название широконосые обезьяны получили из-за того, что перегородка, разделяющая их ноздри, шире, чем у родственников из Африки и Азии. Кроме этой особенности, у них есть и еще несколько. Среди американских обезьян нет ни одной наземной формы. Все они обитают только на деревьях. Даже на водопое спускаются по ветвям, наклонившимся к воде. У широконосых обезьян 36 зубов, а у обезьян Африки и Азии, как и у человека, 32. Но главное отличие широконосых обезьян – это цепкий хвост. Узконосые обезьяны. У обезьян Африки и Азии цепких хвостов нет. У человекоподобных обезьян хвост вообще отсутствует, но зато хватательная способность конечностей развита у них много лучше. Вот они, узконосые обезьяны. Собакоподобные, макаки, павианы. И человекоподобные – гиббон, орангутан, горилла, и шимпанзе. Среди собакоголовых лучше всего изучены макаки и павианы. Мы познакомимся поближе с павианами-гамадрилами. Это наземные обезьяны. Огромные стада их кочуют в поисках пищи среди раскаленных скал Абиссинского Нагорья и в песках Аравийского полуострова. Гамадрилы всеядны. Питаются плодами, кореньями, не брезгуют ящерицами и другими мелкими зверьками. Жизнь в сообществе выработала у них сложную систему взаимоотношений между членами стада. Глава стада – вожак. Он несет ответственность за всех. И потому, когда стадо пасется, стоит на часах, вовремя предупреждая сородичей об опасности. Вожаку подчиняются все. За непослушание он жестоко наказывает. Впрочем, до этого дело доходит редко, достаточно одного лишь взгляда вожака, чтобы ссора прекратилась.
Дело в том, что у гамадрила выработалась целая система взглядов, жестов и звуков, с помощью которых они могут договориться между собой даже на большом расстоянии. Главная особенность человекоподобных обезьян – их сходство по многим анатомическим признакам с человеком и способность к сложному поведению. Лучше всего изучено поведение шимпанзе. Они легче осваиваются в неволе, обладают незаурядными для обезьян способностями к подражанию, к выражению эмоций и решению довольно сложных задач. Взгляните на этого шимпанзенка. Ведь для того, чтобы сообразить, как достать лакомство, ему потребовалось проанализировать ситуацию и в уме найти нужное решение. И, как видите, оно найдено. Множеством подобных опытов было доказано, что крупным человекоподобным обезьянам свойственно мышление. Правда, в самой примитивной форме. Но это и есть то самое существенное качество, которому приматы обязаны своим главенствующим положением в эволюционном ряду животных. Эта же способность к элементарному мышлению и орудийной деятельности – у каких-то древних, вымерших теперь человекоподобных обезьян послужило основой для возникновения человека разумного.